Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. И сегодня у меня влог выходного дня. Мы уехали в деревню на все выходные. Сейчас с мужем забежали в магазин, в карусель, уже в Рязани находимся. Уехали вместе с котом. Он тоже у нас путешественник. С удовольствием, кстати говоря, путешествует. Сейчас покажу, где он находится. Вот видите, вон там вот. Вот мой пальчик, вот он сидит, ждет. В общем, сейчас пробежимся по магазинчику, сделаем необходимые покупки, ну а дальше поедем в деревню. Так, я пока загрузила мясо и покосили мы дальше. Мама просила вообще-то хлеб ей, говорит, больше мне ничего не нужно. Но все равно сейчас что-нибудь накидаем. Так, вот у нее в прошлый раз, по-моему, еще туалетная бумага закончилась. Сейчас закинем бумажку, посмотрим. Угу. Вот эту зеву дедушку возьмем, как раз на нее хорошая скидка. 8 штук, да, все правильно. Так. Кстати говоря, вот сковородки, смотрите, цена 2688, а по карте 1699. Сковородки с антипригарным покрытием, цены, в принципе, вы видите. И если покупать со скидкой консультантов компании Фаберлик, то это будет гораздо дешевле. Так, я иду в отдел овощей и фруктов. Мама просила кабачки. А есть ли они здесь? Сейчас посмотрим. У нас еще не созрели кабачки. Так. Помидоры. Кабачки, ау. Вы где? Вижу только тыкву. Неужели нет кабачков? Не может быть. Вот, нашла цукини. Сейчас наберем. Их что-то так мало, всего лишь вот здесь. Вот надо скорее брать, пока не разобрали. Так, цукинчики. Хорошие, малютенькие. Одной рукой-то набирать неудобно. Все, отключаюсь. Все, набрала. Пойду взвешивать. Так, нам нужны весы. Так, номер на весах 108, стереть, 108, и, о, оно, да, мне еще понравились яблоки, наверное, их сейчас тоже немножко наберу. Номер 17. Дин-дин. Оп. Так, поехали дальше. Поехали дальше. В отдел молочный. А, вот сюда еще надо зайти. Что-то все пусто. Выросла капуста. Курица целиком. А вот. Виноградку возьмем. Так. И поехали в молочный отдел. Молочный отдел, вот он. Мне нужен творог здесь будет. Так, сейчас посмотрим. Творог, два.
что сегодня могут предложить. Сарушкин фотограф нужно взять. Он 9%. Нет, такой не хочу. Вот 1%. Два творога. Так. Так, следующий отдел. Мне нужен сыр. Сейчас посмотрим, что нужно взять. Так, Маздам не нужен. Маздам не нужен. Мне нужен голландский. Что я вот это вижу? Эдам. Ага, вот он, голландский. Вот. Это я для сырных лепешек покупаю. Покажу маме, как их выпекать. Наверняка они ей понравятся. Так, еще хочу взять брынзу. Вот сербская брынза. Это для цукини. Будем фаршировать цукини, с брынзой делать их и запекать в духовке. Это тоже очень вкусно. А теперь за хлебушком поехали. Так, хлебушек. Вот он. Посмотрим сейчас. Вообще в Карусели своя выпечка, своя пекарня. У них всегда вкусный хлеб. Вот. Я беру вот такой, беру хлеб. Черный. Беру еще вот такой хлеб. Вот такой беру хлеб. Можно с изюмом взять мариинский. Они только напекли, даже отпотели пакета. Мягкий, вообще вкусняшка. Ну и хватит. Ну все, я накидала. Жду супруга. Он ходит тоже, набрасывает свои корзиночки. У нас с ним разделение. Он для своих родителей, зная их вкусы, а я для своих родителей, для своей мамы, зная ее предпочтения. Ну и в принципе мы берем небольшие корзинки. Сейчас вот дождусь его. Не знаю, где-то он бегает. Надо, наверное, мне ему позвонить. Пришли в рыбный отдел. Здесь вот неплохая форель радужная. Вот эту? Вот эту. Да, вот, да. Да, я, да, вот мне тоже она нравится. Это какая-то... Она и маленькая, и какая-то не ахтя. Вот это нормально, да. Красивая. Позвони. Сотрудник сейчас вызывается в отдел по телефону. Вот там сейчас покажу. Есть номер телефона, вернее, есть телефон. И по нему, вот супруг сейчас у меня позвонил, выйдет сотрудник, извесит рыбку. Вон, видите, вызов сотрудника отдела свежей рыбы. Бам-бам-бам. Набираешь, и сотрудник через час приходит. Нет, его ждем, этого сотрудника, а его нет. Рыба есть, сотрудника нет. Чуха, здорово, путешественник, ты где? Ау. В деревне, как всегда, не соскучишься. Супруг у меня траву косит вот в этом огороде. А я собираю клубнику, посмотрите, сколько клубники. Какая она вкусная, сладкая, посмотрите, сколько ее. Просто огроменное количество. Вообще, она постепенная. У нас ее столько. Мне собирать до самого утра, наверное, придется. Я только-только начала. Собрали небольшой урожай клубнички. Правда, не все я здесь выставила. Еще два ящика. Но хорошие у нас грядки. Хорошие. Все еще не обобрали, кстати говоря. Не знаем вот теперь, что делать с этой клубникой. Мы уже и варенье наварили. Мама говорит, надо сока наделать. Ну, порешаем. Вот такой у нас огород.
Вот там за сеткой обитают курочки. Сейчас уже спрятались все на ночь. Много цветочков у мамы. Здесь у нас виноградная лоза. Вот так. Вот там с забором вишни. Но вишни в этом году не будет, потому что схватила ее морозом, и все, она погибла. Вот муж у меня убирает ветки. Вот здесь у мамы растут гвоздички. Здесь вот такая капуста, я не знаю, как это растение называется. Так, дальше укропчик. Вот здесь мята у нее, целая деляночка с мятой. Так, дальше картошка. Пошли огородные грядки. Сейчас покажу, как растет нут. Он растет вот так, очень интересно. Он даже еще не цвел. Очень похоже на горох чем-то, но все равно кустики такие какие-то совсем другие. Там дальше морковка. Там вот у нее каркасы были. Она сняла вот этот укрывной материал. Здесь помидорки. Дальше у нее огурчики. Здесь вот, наверное, перцы у нее. Каркас с перцами. Вот тут капустка, там фасоль. Ну, а там дальше у нее уже необрабатываемая территория. Просто заложена укрывным материалом, чтобы не росли сорняки. И вот такое сегодня красивое небо. Ой, сегодня вообще красота. Закат. Супер. Вот смотрите, огурчик. Оп. Сорвала с огородной грядки. Класс, да? Даже мыть не буду. Блин. Там еще растут. Вот еще огурчик. Пошли, в общем, первые огурчики. Прелесть. Вот в этом огородике у нас растет земляника. Сейчас найду. Вот она. Ягодки красненькие. Вот ее много. Так же, как и клубники в этом году. Тоже нужно собирать. О, сколько ее. Земляничка. Нарвала земляничку. Вот такая красненькая. Сама в рот просится.